Добрый вечер. Нурусов Ахмеджан, 60 лет, город Талгар, Алматинская область. Значит, я болел сахарным диабетом и болею, конечно, еще до сих пор. Стаж уже 20 лет, инсулинозависимый второго типа. 14 промилле колю, пью инвакана. В прошлом году поставил 3 стенда на сосуды. Это в ноябре, в декабре. Буквально месяц назад у меня все это заново повторилось. Симптомы все те же были. Жжение в груди, недомогание, отдышка, обессиленность такая вот очень сильная. Прошел медкомиссию, все, мне опять отправили на стентирование. Сказали, что стенды, которые ставили, уже забились. И буквально в этот день звонит моя знакомая Жанна и говорит: приедь, говорит, новый продукт, это бомба. Я приехал к ней. Конечно, как все нормальные люди, я не верил во все это. Просто ради уважения взял у нее блистер 1-10 капсул, чтобы ее не обидеть. И начал по одной пить. Прошла неделя, никаких изменений. Она мне звонит: какие изменения? Я говорю: никаких. А каждый день мне все хуже, хуже, хуже. Я без холодного душа не могу. Последние 2 недели припал на пиво. Холодное ледяное пиво пью. Ну, желудок и сердце рядом. И от этого мне как-то более-менее легче. А ночью я 2 раза выхожу под холодным душем, ледяным душем сижу. Сижу во дворе до 3 часов ночи. Сна нету. И вот так вот мучился, пока вот Жанка не позвонила. Теперь 7 дней, когда я пропил, она мне отправляет ролик японского врача какого-то. Я его послушал внимательно и понял, что пить надо по-другому. Хотя вот это рекомендуют неделю по одной пить. И я с 8-го дня начал 3 раза в день. Утром, в обед, вечером. Ударную дозу. И что вы думаете? На 4-й день у меня как будто ничего и не было. Это я как заметил. Я на 4-й день полез на 5-й этаж. К знакомому. Залез, его нету, я спустился вниз. И задумался, думаю, чего-то не хватает отдышки. Вы представляете? Я себя так легко чувствовал. Я начал ходить в последнее время. Раньше я 200 метров проходил, язык на бок. Сейчас километр в горы иду. Охота идти, бежать. Сахар снизился. Лекарства я не стал пить от сахара. Инсулин. У меня 14 промилле я колол. Сейчас колю 10. Энергии завались. Вот охота вот горы перевернуть. Представляете? Потом по урологии. Если я ночью 2-3 раза ходил, то я сейчас в 6 утра только просыпаюсь. Сон улучшился, как у младенца сон. Всем рекомендую, даже не задумываясь. Представляете, за 3 дня мои тромбы очистить. Иначе бы я лег сейчас в больницу. Я уже в прошлом году 2 раза лежал. Я знаю, что это такое. Не успеешь с больницы выйти, как уже хирург протягивает руку. Дай на лапу. Хотя государство за эту операцию 1 200 000 тенге перечисляет. И вот, люди добрые, я всем говорю, это бомба, это чудо-продукт. Чудо, действительно чудо. Я благодарен своему спонсору Жанне. После этого, конечно, я подписался, взял 4 упаковки за 120 тысяч и плюс 2 упаковки подарок. И я вот сейчас налево и направо всем рассказываю. Всем. Уже 2 у меня подписались, моих знакомых.
Всем желаю здоровья, нашему президенту долгих-долгих лет жизни. Будьте здоровы!